Здравствуйте. Меня зовут Жексебаев Асхат. Сегодня 13-й день моего пикета. В сегодняшний день я стою от возмущения того, что наши женщины, многодетные, сидят до сих пор за решеткой. Вот, в том числе Оксана Шевчук, которая была арест СИЗО. Срок ее ареста вчера еще подошел к концу. Закончился срок ареста, но она до сих пор сидит за решеткой. Незаконно, получается, сидит за решеткой. Вчера должны были ей предъявить либо обвинение, либо выпустить. Ни того, ни другого не сделано, но Оксана сидит до сих пор за решеткой. Это возмутительно с точки зрения юриспруденции, человеческого права, что наши власти нарушают основную часть Конституции, это первая статья, что свобода человека неприкосновенна. В данном случае вот эта самая основная первая статья очень серьезно, сильно нарушается. Я требую от правительства, чтобы в ускоренном, справедливом порядке все наши политзаключенные были на свободе. Да, вот теперь вчера прошел процесс судебный над Ержаном Ильшибаевым, которого осудили на 5 лет тоже. Я же говорю, как говорится, у нас был бы человек, статья пришьется. Вот то, что уже давным-давно было забыто, отковыряли откуда-то какую-то драку, вот, и человека осудили на 5 лет. Вот. Абсолютно несправедливое решение суда, возмутительное несправедливое решение, что наших активистов пытаются всяким образом посадить, запугать. Вот. Мы против таких решений нашей власти. Власть не должна пугать, запугивать, угрожать людям. Она должна решать конкретные задачи наших граждан. Вот что теперь можно сказать. С учетом того, что вот эти вот процессы вот таким образом у нас все проходят, мы еще больше убеждаемся, что наша власть несправедлива, некорректна. То, что мы требуем, то, что народ требует, не решается. Поэтому мое намерение стоять на этой площади до 16 декабря остается в силе. Я буду стоять до 16 декабря. Вот, надеюсь, что за это время наше правительство начнет реальные шаги по сближению, по решению проблем политзаключенных и возврату Конституции образца 93-го года. Спасибо.